Праздник жителям Калининграда и гостям нашего города. Наш город самый лучший, самый гостеприимный. И быть нашему фестивалю. С праздником! Спасибо, Светлана Анатольевна. Михаил Назимович, прошу. Конечно, добавить к этому очень тяжело что-то. Я единственное, что я к этому фестивалю тоже готовился, лично я, и похудел на полкило, для того, чтобы можно было застегнуть пиджак сегодня на сцене. Правильно, аплодисменты, правильно, спасибо. Кто сидел на диете, тот меня понимает. Но если говорить серьезно, я должен от вас, от всех передать большой привет в Москву, всем своим друзьям, всем вашим друзьям. И единственное, что я могу добавить к словам Светланы Анатольевны, вот здесь на сцене в прологе говорилось о том, что четыре мощные стихии участвуют в сотворении мира, в том, что мир существует. Но есть пятый элемент, гораздо мощнее, чем все эти стихии вместе взятые. Этот элемент называется дружба. И сегодня мы приветствуем этот элемент на нашем фестивале. Спасибо огромное. Мы благодарим вас, Светлана Анатольевна, Михаил Назимович, и просим, конечно же, друзья, настало время объявить открытым наш фестиваль. Да. Ты будешь командовать. 3, 4. Фестиваль открыт! Ваши бурные аплодисменты! 4-й фестиваль открыт! Спасибо огромное, Светлана Анатольевна, Михаил Назимович. Мы просим занять ваши места в зале. Дорогие друзья, настало время представить каждую страну и творческие коллективы, принимающие участие в фестивале «Территория мира 2015». Итак, внимание на экран. Республика Кипр. А на экране презентация наших следующих участников. Республика Таджикистан. Наш следующий участник – Турецкая Республика.
И давайте поприветствуем еще одного участника нашего фестиваля – Республика Индия. В заключение на экране презентации участников фестиваля, представляющих Российскую Федерацию. Мы с огромной радостью начинаем нашу фестивальную программу. Темой «Территории мира 2015» стали четыре стихии, как символ объединения разных начал в единое целое, вместе создающих мир и гармонию. Сегодня, в первый день фестиваля, День Земли, символизирующий красоту и величие жизни, на нашей праздничной сцене для вас выступят два уникальных коллектива, один из которых мы с радостью представляем вам прямо сейчас, то есть очень скоро. Ну и хотели бы, прежде чем начнет выступать этот коллектив, мы хотели бы пригласить на эту сцену временно исполняющую обязанности министра культуры Калининградской области Сантольну Кондратьеву, президента коллектива «Зидрос» Эва Горос и танцора «Зидрос» Александроса. Прошу под ваши аплодисменты и... Прежде чем вы начнете выступать, приветственное слово и благодарственное письмо от, для министра культуры Республики Кипр и памятный подарок. Светлана Анатольевна, прошу несколько слов для наших гостей из Кипра. Сегодня мы уже познакомились на пресс-конференции. Это делегация, этот замечательный творческий коллектив, который сохраняет традиции своей страны, прибыл к нам из Кипра благодаря нашему партнеру Light Forex, нашему генеральному спонсору. Они посетили уже множество красивейших мест Калининградской области, влюбились в нашу область и сказали, что вернутся сюда еще раз. Ну, киприоты, они такие, если не обещали, они обязательно вернутся. Без переводчика буду считать, что все понимают, я потом переведу уже на английский язык. Тут происходит тройной перевод. Русский, английский, потом на кипрский уже язык происходит перевод. Но я хочу сказать огромное спасибо коллективу за то, что вы смогли приехать. У вас удивительная на самом деле программа. И я вам хочу сказать, что самый маленький участник этого коллектива – это мальчик, которому 10 лет. Сегодня, к сожалению, не смог приехать. Самый старший участник, которому более 70 лет. Но сегодня в программе будет участвовать один из старейших тоже участников коллектива. И они сказали, он вот самый старший, которому будет 47 лет.
Так что все такие представительные люди, но самое главное, что они совершенно добродушные, с открытым сердцем, с искренними улыбками. И они сегодня вам подарят обязательно настоящий праздник. Спасибо большое за то, что вы приехали. Светлана Анатольевна, прошу вас, вручите благодарственное письмо и подарок нашим друзьям. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Есть еще ответный подарок от кипрских коллег. Сейчас идет общение. Обмен подарками состоялся, чуть-чуть успела перевести. Большие слова благодарности от всех калининградцев. Спасибо. Ну, а теперь спасибо, Светлана Анатольевна. Я попрошу Александроса представить коллектив. Я побуду в роли переводчика. Итак, прошу. Прошу. А, секунду, еще ж подарок от коллектива Зидрос. Да уже ушел подарок, уже все. Hello. Привет. Zidros was founded by the refugees in 1983. Zidros был основан беженцами в городе Лимассоле на Кипре. Zidros was the pseudonym, the code name of Grigoris Avksentiou. Название Zidros являлось псевдонимом Grigoris Avksentiou. He was a brave fighter who fought against the British rule of Cyprus from 1955 to 1959, when he was burnt alive. And so he is considered a national hero today. Этот человек был партизаном, сражавшимся против британского правления на Кипре с 1955 по 1959 годы, когда он был заживо сожжен. В наши дни Зидрос считается национальным героем Кипра. Our traditional group Zidros was named after him, and we are dedicated in keeping our traditional dances, music, and songs alive through years and generations. Наш творческий коллектив Zidros был назван в его честь, и мы стремимся сохранять наши народные традиции через танцы, музыку и песни от поколения к поколению. We also present our culture, our traditional dances and songs, not only to Cyprus, but to other countries as well, like Greece, Poland, Israel, Romania, Bulgaria, Czech Republic, France, Belgium, and more. Мы представляем нашу культуру, наши народные танцы и песни не только на Кипре, но и в других странах, таких как Греция, Польша, Израиль, Румыния, Болгария, Чехия, Франция, Бельгия и других. Therefore, during our folklore performances, men and women are dressed in the traditional costumes of Cyprus and they dance separately because due to the strict social way of living, a man and a woman never dance together. Во время наших народных выступлений мужчины и женщины одеты в национальные костюмы Кипра, и танцуют они отдельно друг от друга, так как исторически строгие правила запрещали мужчинам и женщинам танцевать вместе. Moreover, you will be introduced to our culture through our traditional songs, since our dancers dance to the accompaniment of traditional musical instruments like the lute, the violin, and the tambucha, which is a percussion instrument. Вы также познакомитесь с нашей культурой посредством традиционных песен Кипра, так как танцы обычно исполняются под аккомпанемент национальных музыкальных инструментов, таких как лютня, скрипка, а также ударного инструмента под названием тампоутсия. Tonight you will be presented with a small part of our Cypriot tradition and culture. Hope you have a lovely night and enjoy our performance. Сегодня мы представим вам только небольшой фрагмент, составляющий традиции и культуру Кипра. Мы надеемся, что вы проведете прекрасный вечер и получите удовольствие от нашего выступления. Thank you. Спасибо. Thank you, Mr. Alexandros. Thank you. Спасибо, Александрос. На самом деле, Анастасия, я понял, что стать киприотом очень просто добавить к имени букву «С». Ну вот, например, я бы на Кипре был как Максимос. Но я как Анастасиас. Ну да. Это еще и мужское какое-то имя получается. Но тем не менее, я уже привыкла. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Сейчас на эту сцену выйдут наши уважаемые гости. Мы очень ждали их достаточно долго, поэтому... Я полагаю, мы уже готовы их поприветствовать? Ну, пока не знаю, еще технические службы подготавливают все, что для того, чтобы действительно впечатление было очень хорошее.
Дорогие друзья, пока готовится сцена, мы ждем сигнала, что все нормально. Я напоминаю, что фестиваль будет идти 4 дня, поэтому у вас есть прекрасная возможность, собственно, в это уходящее практически лето все-таки оставить хорошую память, потому что об этом фестивале говорят в разных уголках мира, поверьте мне, потому что люди собирались на фестиваль из разных городов России, когда в течение года я ездил по России, подходили очень многие и интересовались, будет ли в этом году. Я говорю, что, конечно же, будет Калининград, верен своим традициям. Давайте еще раз поаплодируем городу Калининграду и Калининградской области! Вот здесь четвертый, вот здесь. Ну что, наверное, пришло время все-таки объявить наш коллектив. Нет, мы ждем, мы-то можем объявить, понимаешь, но надо же, чтобы... Слушай, после мне кажется, что мы сейчас будем с тобой просто не только киприотами, мы начнем с тобой танцевать, как киприоты, и разговаривать тоже. Замерзла? Да. Танцуй, Анастасия. Хоть Светлана Анатольевна и сказала, что лето нас встретило, но тем не менее. Друзья, поэтому запаситесь каким-нибудь теплым горячим напитком. Возможно, это чай будет, да. Или кофе. Вы знаете, я вам предлагаю, давайте так проявим дружбу, такое отношение дружелюбия к киприотам. Давайте похлопаем в такт. Вы знаете, на Кипре все танцы, они в такт идут. Я для чего прошу вас похлопать? Для того, чтобы Михаил Назимович к концу фестиваля потерял еще 0,5 килограмма. Мы будем хлопать, а он будет танцевать танец живота, так, по-кипрски. Давайте, 3-4, поехали. Хлоп, хлоп, хлоп. Не вижу ваши руки! Михаил Назимович, мы ждем танец живота по-кипрски. Ваш, традиционный. Вас видно, не переживайте. Вот он. Хоп. Ну, он такой, с азербайджанским уклоном такой танец немножко. Тем не менее. Спасибо. Спасибо большое. Я вижу, что уже музыканты выходят, настраиваются. И мы с удовольствием уступаем им эту сцену. Да, с большим удовольствием. Итак, встречайте на этой сцене танцевальный коллектив «Зидрос», Республика Кипр. Под ваши аплодисменты. Thank you.
Ваши аплодисменты, друзья. Ну, коллеги, да, я думаю, нас поймут. Я бы хотела сейчас пригласить на эту сцену представителя компании Light Forex Анну Гущину. Ань, мы просим подняться тебя на эту сцену и сказать несколько слов. Давайте поаплодируем Ане. Ну, Анечка, прошу вас, буквально, и мистер Александрос, или кто-то из, да, представителей, прошу, Ань. Добрый вечер, дорогие гости Калининграда, мы хотим вам сказать большое спасибо, что вы с нами, и наши гостеприимные и дружелюбные гости с Кипра хотят сказать вам «Ивхаристо», на греческом это значит «спасибо», за то, что вы здесь, за то, что вы с нами, за ваше хорошее настроение. Давайте продолжать веселиться. И вам подарок от коллектива «Зидрос» в знак благодарности, что вы приняли участие в том, что они добрались и могут показать свое творчество. А второй, видимо, руководителю. Ваши аплодисменты. Алексей Юрьевич, да. Ваш подарок. Друзья, мы продолжаем. Прошу ваши аплодисменты. «Зидрос». Κύπρου την παραδοσή ήρθα να τραγουδήσω. Εν του
τους φίλους το Καλινιγκράν να τους ευχαριστήσω, να τους ευχαριστήσω. Φκιολάρι το φκιολίν και το χορκό μας εμπολίν και λείπει μια γενναρτή. Μάνο πως τη γαριφαλιάν την αρκάντριαν τα φιλιά παθίζει μες στο μάρτι, παθίζει μες στο μάρτι. Καλώς σας ήβραμεν και πάλι να βρεθούμεν. Και σε περισσότερες χαρές να καταξιωθούμεν, να καταξιωθούμεν. Thank you.
se smuti mașercan, vos mugeto votani. Μουζετά σιλουθκιά σου αχ να τα φύλω να γιάνει δώσ' μου και τα να τα φύλω να γιάνει το γιατρικό με σούλησε το ζούτο με μου χωνέσε και λαπούνα βάλα της καρκιάς κουρκούς πέρκι γίνει καπουλή. Την τζάνα στενάξα αχ τζέξα πολύ σανούλη. Thank you.
Thank you.
Танцевальный коллектив «Зидрос», дорогие друзья. Sorry, just a moment. Mr. Alexandris, please. Alexandros. Александре. Вообще, понравился вам коллектив? Да? И вот, что удивительно, состав постоянно меняется, потому что один то с серпом неправильно побаловался, выпал, да? А сколько ребят сгорело во время номера с газетой, вы даже себе не представляете. Мы бы хотели сейчас ответный дать жест. Мы бы хотели пригласить весь коллектив «Зидро» сейчас на сцену. Под Zidros. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Please welcome. Пойдемте вы, да. Потом остальным. Sorry, Russian tradition, please, of Kaliningrad, present «Хлеб да соль». Ваши аплодисменты. Нет, нет, берите все. Все ваше. Это же ужин. Спасибо. Thank you. Thank you. Ну что, дорогие друзья, как ваше настроение? И прежде чем продолжить фестивальную программу, мы хотели бы поблагодарить наших уважаемых партнеров и спонсоров фестиваля «Территория мира», благодаря участию которых мы можем наслаждаться сегодня выступлениями лучших мировых коллективов на сцене нашего фестиваля. Мы благодарим ресторан «Дон Ченто», ресторан «Грильяж», группу компании «Навигатор», ресторан «Мельпомена», отель «Гелиопарк Кайзерхоф», бюро таможенных услуг, региональный информационный центр туризма Калининградской области, интернет-портал kassir.ru. Аплодисменты, друзья, всем, кого назвала Анастасия. И, конечно же, мы выражаем огромную благодарность генеральным спонсорам фестиваля «Территория мира». Это наш любимый и поистине всенародный банк ОАО «Сбербанк».